Истоки предприятия «Берка» берут свое начало из маленькой слесарной мастерской, которая в процессе расширения производственной программы приобрела свою настоящую форму. Предприятие было учреждено в 1987 году на базе частного капитала для производства машин и специального оборудования, фрезерных станков, оборудования по обработке граней, вертикальных ленточных и циркулярных пин, ножниц для резки жести и так далее. По прошествии 5 лет ассортимент производства был расширен, началось производство новых инструментальных станков и перерабатывающих машин. Особое место в производственной программе занимает оборудование для кругового загибания жести, прессы для профильного и углового загибания жести и тиски с тремя челюстями. Параллельно с этим предприятие занималось и генеральным ремонтом инструментальных станков. За 18 лет своего существования предприятие «Берка» из Мола поставило на рынок более 1200 машин, из которых 70 инструментальных специальных оборудованных станков и более 300 инструментальных станков, на которых был проведен успешный генеральный ремонт. Благодаря успешной работе машин из ее производственной программы высоко котируется в кругу успешных и респектабельных фирм. Приведем примеры некоторых из них. Энгер Тешен – завод по производству автосвечей, специальное оборудование. Унис Конец – завод по производству запчастей, несколько машин специального оборудования. Раде Кончер – Загреб – завод электродвигателей, машина по обработке граней. ИМТ «Болевец» – завод по производству сельскохозяйственной техники на подключение машины специального оборудования. ИМТ «Княжевец» – завод мотокультиваторов, машина специального назначения. ИАТ «Требене» – завод по производству режущих инструментов, несколько машин специального назначения. «Севербаймак» – завод электродвигателей, машина для обработки граней. «Мома Станойлович» – самолетостроительный завод «Батайница», более 15 машин. «Мотинс Новый Сад» – завод по производству частей двигателя, более 20 машин. «Термомонт Шимановцы» – предприятие по производству печей и терморегуляторов, более 15 машин. «Биоинокс Белград» – предприятие по производству машин пищевой промышленности, более 10 машин. «Джип Коммерц Белград» – предприятие по производству и дистрибуции металлических деталей, более 10 машин и 2 линии по обработке жести. «Кнут Германия» – оптовая торговля инструментальными станками, более 100 машин. Менеджмент предприятия в конце второго тысячелетия, в 1999 году, на базе 12-летнего опыта, принял решение ориентировать предприятие на производство сельскохозяйственных машин по сборке кукурузы. Такое решение оказалось оправданным. Сегодня машины этого типа составляют 60% годового производства. Комбайны «Берка» фирма производит в трех модификациях – однорядные и двухрядные комбайны прицепные и четырехрядные самоходные. С 1999 года по сегодняшний день выпущено более 450 таких машин, и у каждой есть свой хозяин. Комбайн «Берка» – это новое и оригинальное техническое решение, созданное на базе сотрудничества специалистов предприятия и преподавателей сельскохозяйственного института в Новом Саде. Огромную роль в создании комбайна сыграли советы и рекомендации эксплуатационщиков. «Берка» – это результат всеобъемного анализа достоинств и недостатков известных технологий и идейных решений. Таким образом, удалось избежать многие недоработки, которые имели место в практическом применении машин такого типа. Особую ценность представляют стандартные элементы и отработанные детали комбайна. Их безопасность и надежность в работе загарантирована высокими технологическими стандартами. С гордостью можем подчеркнуть, что у «Берка» практически нет слабых точек. Сервисная служба хорошо оснащена и выполняет свою работу качественно, хотя нужды в ней почти нет. Создание «Берка» имело свою предысторию. С
17 лет до начала его производства, в 1982 году, основатель фирмы реконструировал комбайн по сборке зерновых. Так был создан предшественник современного комбайна по сборке кукурузы. Какими преимуществами обладает Берка? Они многочисленны. Вес уменьшен на 20-40% по сравнению с другими комбайнами по сборке кукурузы. Центр тяжести находится в таком положении, что два человека могут вручную перемещать двухрядную машину. Для работы Берка достаточно мощность трактора, уменьшенная на 25-30%. Для работы двухрядного Берка достаточно мощность трактора в 40 конских сил, вследствие чего экономится от 3 до 4 литров топлива по гектару. Бункер Берка имеет большую вмещаемость. Существует возможность менять расстояние между колесами. Это дополнительное преимущество, которое позволяет равномерную утрамбованность почвы. Колеса можно приспособить так, что они будут проходить по собранным рядам или между ними. Другие комбайны не обладают такими возможностями. Качество уборки початков кукурузы и их очистка от листьев улучшены на 15-20% по сравнению с подобными машинами. Очистка кукурузных початков отличается и в случае сухих, и в случае мокрых стеблей и листьев. Берка на 20-30% эффективнее по сравнению с другими обычными комбайнами. Двухрядный комбайн может обрабатывать от 5 до 7 гектаров в день. Конструкция комбайна упрощена по сравнению с другими машинами. Он состоит из меньшего числа деталей и запчастей, что упрощает сборку и сервис. Уменьшено число деталей, которые необходимо заменять. Ротирующиеся ножи для обработки стеблей кукурузы монтированы горизонтально. Они гораздо эффективнее по сравнению с обычными комбайнами, а мощность трактора меньшая. Самое значительное преимущество Берка – это возможность покупки комбайна с обратным движением. Это позволяет использователю машины изменять направление оборотов и избежать забивания и засорения без выхода из кабины трактора. Другими словами, существует возможность устранить засорение любой секции комбайна без опасности от повреждения. Такими преимуществами обладает только Берка. Комбайны Берка в своем стандартном исполнении идеальны для сборки урожая семенной, кормовой и других сортов кукурузы. С небольшими изменениями могут использоваться для сбора пищевой кукурузы. Комбайны Берка гордятся многочисленными наградами сельскохозяйственных выставок. Особое место в их числе занимают 4 золотые медали и, конечно, слова благодарности тех, кто пользуется услугами Берка. Это является лучшим свидетельством качества нашей продукции.